подготовили программу на тему доверия Богу, и мы начнем с проповеди. Мир вам. Я хочу сегодня начать проповедь с чтения Матфея 6 глава 25 до 33 стиха. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть или что пить, или для тела вашего, вот что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды? Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают пожитницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их, да и кто из вас заботится, может прибавить себе росту хотя на один локоть, и об одежде. Что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не прядут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякий из их. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает кольми паче вас, мало веры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или вот что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужды во всем этом, ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам. Иногда в жизни бывают проблемы, которые заставляют нас тревожиться, но в этом главе Бог нас утешает, напоминает нам, если Он заботится о птиц и о траве, то Он, конечно, заботится о нас, потому что мы намного дороже в Его глазах. Нам только надо уповать на Него и доверять Ему. Аминь. Мы сейчас будем петь песню на английском языке, и в этой песне будет повторяться мысль, которую брат сейчас прочитал, что если Бог заботится о своем творении, то Он, конечно, будет заботиться о нас. My
Доверие Божие слава, для сердца приносит покой. Доверие – это основа для веры глубоко живой. Все Божьи обетования вовеки не устоят. Доверьтесь во всех испытаниях, и Бог даст источник отрад. Доверьтесь и ждите спокойно, забыв, что вокруг все кипит. Бушуют житейские волны, а в сердце мир Божий царит. Ребенок доверчивый и нежный, бросается в руки отцу. Счастливый малютка потешный, улыбка бежит по лицу. Так нужно нам доверять божественным чудным словам и с верою ввысь подниматься душой к святым небесам. Аминь. Довериться Богу всецело и ждать Он пошлет благодать, с простой и с детской верой ответу с небес ожидать. Доверимся Божьему Слову, оно как скала, как гранит, исполнившись силой новой, за вере божественный щит. Даже если рушат планы, доверься Божьим рукам, Господь, будь ты нашей охраной, пошлёшься ко благу ты нам. Мир вам, братья и сестры. За эту чудесную погоду, которую Он нам дал, что мы можем пребывать в Доме Божьем и прославлять Его. Я бы хотел бы вам рассказать о чудесном юноше по имени Иосиф. Отец ему уделял больше времени, но братья которого были, ненавидели его. И один раз они продали его в Египет, где там его взял себе взял его Потифар. Иосиф служил своему господину очень честно и добро, но один раз Потифар посадил Иосифа в темницу, но он продолжал доверяться Богу и не оставлять и веровать в Него. Потом Бог поставил Иосифа главным над тюрьмою. Но один раз фараону приснился очень страшный сон, который никакие гадатели и чародеи не могли разгадать. Но один раз узнал, но,
узнал фараон об этом чудесном юноше по имени Иосиф и приказал его привести к нему. И Бог тогда помог Иосифу, и Иосиф смог разгадать сон фараона. Аминь. Весна.